дождище поутих. Но все равно проеду или нет. Как-то зимой ехал. Вот наверху тепло было, а вот здесь вот как съехал вниз. Такой мороз тут. Ну вот первая речка. Чем был, не был несколько лет, так знать не знаю. Оттуда-то по ней можно тут выскочить. Возможно, и дно хорошее. Вон кто-то едет, наверное. Все сложно. А я уж снимать не стал, не до этого было, вдруг застряну, так что уж поедем потихоньку, без съемки. Да, даже камень. Следов не остается. Сколько лет назад буром здесь я бензогенератор включил и хита. Все, нет хиты на этом камне. По объезду надо ехать, как и раньше. Вообще надо посмотреть, что выеживаться. Может и напрямую можно. Там яма, да? Ладно. Поедем, чтоб не рисковать слева.
закрепить. Так. Зря, что ли, я машину подкрашивал. Хорошевски. Сухое было, хотя можно было там попробовать. Но зачем все эти опыты? Дальше будет третьей речки. Давай, ласточка. Скоро уже вторая будет речка. Вот она, вторая. Ну да, нынче лето сухое было. Ближайшими дождями она еще и не наполнилась. Пошла осень. Сейчас вот всякие птицы на дорогу выходят, гальки клюют. Вот одна уже вспорхнула, но не успел заснять. Есть красивые, конечно. Последний раз помню Тетерев. Такой красавец. Яркий. Как попёр тут такими крыльями. О! Поездка-то носит скорее ознакомительный характер. Со временем под старость начинаешь уже, ну, в общем, вспоминать всякое разное, ностальгия. Но вот когда едешь, все равно такие вещи надо проверять. А вот вдруг вот ничего нет. Видно, что эта вот сторона тут кварчик вроде как.
дождь идет. Так, где-то еще вон там вон. Поваленные были. Так, это вроде просто сломано. Нет, есть корень. Пойдем прогуляемся. Ни грибов, ни ягод. Сухо было. Ягод-то было немножко. Чего-то. Черника висит еще. Да, что-то тут наломало деревьев-то. Ой. Да, вон у них черники сколько. Она уже такая водянистая. Конечно, такой грунт здесь, видите, плетняк. Корни-то не могут зацепиться. Нет, ничего здесь нет. Это уже третьей речкой пахнет. Обычно тут самое же. За ней он там. Хотя вот здесь вот тоже было плохо. Ну что, повезло, значит. Третьей речки нет. Сухо все. Ладно, посмотрим, как за ней там все высохло напрочь. Смотрите-ка, вот что значит лето, я такого не помню. Тут обычно плыть приходилось. Ну, давай, давай, давай. Этому объезду болотистому или прямо, потому как лето около десятки назад я сидел и тут, и тут. Эх, пойдем смотрим. Где я только не сидел. Здесь тоже. Здесь вроде неплохо, а там такая болотина. Ты смотрите-ка, а? Смотрите, как сухо. Правда, вот сюда вот свалишься, и тогда, да, одним колесом залезешь, и долго будешь убираться. Ну, это копия двоедального. Ну, не будем останавливаться. Времени нет уже. Ну, там шурпы. Огороженное, чтобы никто не упал туда.
Это кварцевая жила. Внушительные экземпляры. Щеточка кварцевая. Ходил я здесь, и неплохие экземпляры. Но нужно работать, ребята, работать нужно. Тоже ведь тоже кварчик. Да, можно поработать, но не сегодня. Сегодня другая задача. Но не каркой. Да, интересно. Минут 5-7-10 потратим. Копать не надо, корни деревьев смотреть не надо. Вот идешь по этой полосе, смотришь, вот эти, нашел я кварц, а вот это минерализация, вот. Все, значит, вот здесь вот кварцевая жила, ну, может быть, клыком еще растащила. Ну, в принципе, лопатой можно заглубиться и подсесть жилу. Красота, подсекешь и кварчики пойдут. Но наша задача не такая. Вот так вот, пока до места доберусь. Это, ребята, отдуваю. Тут все, что может быть. Все, что может быть. Ну вот, очень смахивает на пигматит, не явно выраженный, но бывает и такой. Бывает и такой. Больше, конечно, на пигматоид тут, но
Эх, где моя молодость? Раньше так же на вырубах нашли жилой и вперед с Александром Владимировичем, ген который на сайте Хита Урала. Так. Вообще дуйское пегматитовое поле это, ну, очень интересно, ребята. Наравне, собственно, и с другими уральскими. То как мокруша или там тальян со своими аметистами. Ну, эти уже. Что тут? Вот. Что? Интересно, что? Надо копать. На халяву тут вряд ли что. О, о, пигматит, ребята. Мелкая графика. Вот это покрупнее. Вот он, пигматит, видите, вот червячок. Не знаю, видно, не видно, вот он. Вот тоже. Вот червячки, это эхтиоглипты, кварц такой формы. Ладно, пройдусь, выключу камеру пока. Вот тут и шпат-то красноватенький. Красава. Да хватит тебе. Ребята, шпат хорошевский вообще. Да. Тут недалеко уже от самой главной копии. От Семенихи. Ну, а здесь вот по-любому уже, видите, кварцевая жила проходит. Вон, что тут навалено. Навалено. Конечно, кварц, вот она жила прямо сплошняком идет. Вон, вот, вот. Пожалуйста, вот она.
осталось за малым определить направление. Видите, чем хороша канавка? Идешь и все увидишь. Вот она. Тут тоже кварц. Ну, полметра-то точно мощность есть. Больше, наверное. Ладно, знать будем. Ну, а здесь-то вот точно 100 пудов уже кристаллы есть. Видите, вот. Кусочек кварца в рубашке. Тарам-парам. Запомним место. Чудес-то, конечно, не бывает. Ясно, вон, видите, канавка кто-то подсекал в старые времена. Ну вот, пожалуйста. Наши деды тут работали уже. А мы тут по канавкам ходим, смотрим. Они уж давно все выкопали. Да, хорошие тут жилки. Хорошо. Да, видно, вот. Видно, конечно. То ли чудица, то ли кварц с гематитом. Кто-то подсекал в свое время. Не знаю, как здесь, но вообще-то всегда в килевой части хороший кварц. Ну, имеется в виду чистая прозрачность с кристаллами. Вот тоже, видите, мелочевка тут сидит. Какие тут интересные животки даже. Вот. А здесь вот, пожалуйста, глину отмыл и образец вам. Ладно. Пойдем дальше. Ну, на память возьму. Дождь прекратился. Видно, что он еще не отойдет. Елки блестят. Там дятел где-то свое дело делает. Работает.